Новый зал, новые возможности. Академия спортивной гимнастики для детей и юношей открылась в Каспийске. Гимнастику называют базовым видом спорта, ведь она универсальна и закладывает фундамент множества физических навыков. Подробнее в нашем следующем материале. Несомненно, открытие школы станет своего рода стартом спортивной карьеры для многих ребят. Занятия гимнастикой помогают поддерживать спортивную форму, тренируют силу, вырабатывают ловкость и выносливость. Все это пригодится не только спортсменам-гимнастам, но и людям, которые планируют связать свою жизнь с любым другим видом спорта. Спортивная гимнастика – это основа всех видов спорта, включая вольную борьбу, бокс, легкую атлетику, плавание, художественную гимнастику. Желательно привести сначала на спортивную гимнастику, а только потом можно отдать на вольную борьбу, потому что в вольной борьбе сначала делают акцент на гимнастику. Это кувырки, мостики, растяжка. Спортивный зал оборудован всем необходимым инвентарем. Возрастные категории для желающих заниматься гимнастикой от 1,5 до 14 лет. Мы работаем на результат. Девочки выезжают на различные соревнования, на сборы и показывают свои программы на соревнованиях. Они выполняют различные разряды, начиная с юношеских, заканчивая мастерами спорта. Двигаться в такт, уметь чувствовать ритм и делать выразительные движения, совпадающие с ним. Этому и учат тренеры академии. Юные гимнастки работают над гибкостью. Благодаря тренировкам у ребенка появляется растяжка. Мышцы становятся сильными, связки эластичными, а суставы подвижными. Очень сильно нравится заниматься. Я это не поняла не сразу. Как только у меня начало получаться, мне нравилось все больше и больше. Если детей с равного возраста, с 4 лет, с 1,5 лет, если они будут ходить на гимнастику, они получат определенный багаж, определенный фундамент спорта. В последующем, когда в возрасте 10 лет, у них будет такой багаж, чтобы они будут подготовлены для любого вида спорта. Скакалки, обручи, булавы, ленты, мячи. Олимпийский антураж нацеливает юных спортсменов на большие победы. Невозможно не согласиться с тем, что гимнастика – один из самых красивых видов спорта, который заставляет восхищаться уже долгие годы. Какая красота! Я же говорю, просто таких залов я в республике просто не видел. И вот эти люди спокойно, эти дети могут прекрасно посещать это же зал гимнастики. Разные перекладины, кон, прыжки. Это все, которое детям отдает основное развитие. Детям нашим дает вот эти виды спорта, которые нам очень нужны. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ «Каспийск».